уходить. Да вы что, с каких пор? С самых малых. А что, вдруг? Уважаете ее? Почему нет? Тут скорее вопрос, почему да. Ну, он просто решает вопросы. Кто, Гитлер, решает вопросы сейчас? Да. Где он решает вопросы? Там вопросы какие-то есть, где он находится? Почему нет? А вы как узнали? Созваниваетесь? Поддерживаю интересы. Ну, вы общаетесь с ним? Поддерживаю интересы. И что за проблемы у него там? Ну, он решает вопросы. Нет, я понял, он молится. А какие вопросы решает? Что там у него? Вы помогаете им? Нет, не помогаю, не могу никак помогать. Он сам, короче, без вас справляется, да? Ну, типа того. Да. А он вам помогает чем-нибудь? Нет. А за что тогда вы его славите? Я его никогда не славлю. Вы же сказали «Хайль», товарищ. Вы же сказали? Да. Ну, а почему вы так сказали? Как это переводится? Ну, это типа приветствие. Чье? Кто так приветствовал? Мое приветствие. А, это чисто ваше приветствие? Ни к чему не привязано? Ну, можно сказать так. А вас Гитлер зовут? Нет, почему? Зачем? Нет, просто вы так сказали. Я думаю, может, тогда вы Гитлер тогда? Нет. Нет? Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Но для вас Гитлер-то кто, я так и не пойму. Ну, вот такой довольно серьезный вождь. Серьезный вождь. Ну, он, вы считаете, положительный персонаж? Ну, в целом. В целом, скорее всего, да. Положительный, да? А что он положительного сделал? Ну, так, для чего-то там, для кого-то. Ну, что-то куда-то... Свою банду куда-то вел. Так, а положительного в этом что было? Ну, она до чего-то дошла. На минуточку. До чего-то дошла. А потом? Ну, а потом все. А потом все. А положительного чего там было? Чего? Положительного-то что он сделал? Как вождь. Что он положительного сделал, как вождь? Но он людей к чему-то вел, люди к чему-то шли. Так. И положительного-то что? Они же не пришли никуда. Положительного-то что, для кого он сделал? Я так и не пойму пока. Как тебе пришли? Почему они к положительному пришли? Они пришли к положительному финишу. А, это для них положительный финиш был? Всем закопаться в подземные войска? Ну, почти все. Так а смысл закопаться в отрицательные войска, как наши войска закопались? Смысл к этому-то? Тоже никакого смысла нет. Ваши войска это какие? Где у вас войска закопались? Ну, в России. У вас в России где-то войска закапываются? Ну, да. Ну, они окапываются, закапываются. Ну, и смысл.
Не, эти-то, которые с Гитлером, которые пошли, они потом в землю закопались. Ну, вообще. И еще людей с собой забрали. Чего ж положительного-то, я так не пойму пока. Да, почему так решили-то, что они в землю закопались? Ну, они Это у проиграли. вас такие информация? У Ну, вас такая информация? у меня информация, что войска... Это глупая информация. А Гитлер победил? Ну нет, он не победил, но он своего добился. Чего? Чего он добился? То, что люди, как бы, ну, они сверху полегли. Люди полегли сверху. Гитлер этого добивался, чтобы люди сверху полегли. А вот зачем у тебя рукав вот сверху забит? Можешь объяснить? Рукав забит? В смысле, какой рукав забит? Чем? Какой? Да, вот именно этот. Так а чем забит-то? Рукав забит чем? Чем он у тебя забит? Ничем не забит. Рукав? Там рука. В рукаве рука. Так вы так и не сказали мне, кто где закопался и почему это хорошо. Так я и не понял. Ну, а как я тебе могу объяснить, ну, что там, кто где не понял, там, что не понял, Нет. понял, не понял. Наши где-то закопались, а они там закопались, и поэтому это хорошо. Что хорошо, я так и не понял. Ну, ты считаешь, что это хорошо, что сейчас русские, пенсионеры ходят на помойки, еду собирают. Ты считаешь это хорошо? Ну, учитывая, что этого нету, то даже не знаю, как к этому относиться. Я ни разу не видел за последние там лет 15. Серьезно? Да, не звезди. Ну не звезди, что А ты где? этого не видел, что А где русские вы? пенсионеры Не по видел. помойкам еду собирают. Не видел Не просто. звезди, что ты этого не... А где вы видели? Пожалуйста, не звезди. Не, а вы в каком городе видели? Как давно? Да вот буквально год назад я это видел. Ну, не звезди, пожалуйста, но это Не, в некрасиво. каком вы городе? Просто я вот у нас есть на районе помойки. Я там ни одной не видел. Вы где видели? В каком городе? Да ну, не звезди, это в каждом городе есть такая... В каждом городе есть? Что в городе есть пенсионеры... ходят, ну, по помойкам еду собирают. А зачем? Мне не звезди, что нет такого. А Ну, зачем? мне, ну, не звезди. А зачем они ходят еду там собирать, если у них пенсия есть? Да, пенсия, сколько у них пенсия? Там 12-17 тысяч. Ну, Что минимум. ты мне будешь рассказывать? Ну. Эту хуйню-то, ну, тоже рассказывай. Ну, 12 тысяч на еду не хватит? Да, ну, допустим, квартира там 1004, и еще не хватит? Да, при коммуналке 1008-10 Это что за и квартира такая, пенсия 8 там тысяч? 15. Это что за квартира Что ты такая? мне это рассказываешь? Ну, ты базаришь. Не, я не Ты видел. реально хуй, А вы можете братан. показать мне фотографию или видео, как бабушка какая-нибудь в помойке ковыряется? У вас есть? Ну, как вы об этом узнали? Почему я не могу узнать? Как это узнать? Да ты просто в интернет залезь, ну, блядь, ну, Ну. ты реально базар. Ну давайте я залезу. Вот интернет у меня есть. Куда залезть? Давайте.
Ну вот залезь. Ну, куда? Интернет, пенсия 12, а коммуналка 17. Коммуналка 17? Это, что? Это сколько надо? Это в сколькокомнатной квартире надо жить? Да в однушке, просто в однушке. В однушке? Вы сколько за коммуналку платите? Да я вообще не плачу, на я пробил. Вы не платите? А как они платят по 17 тысяч из-за вас? Ну вот, да, получается так. Получается, пенсионеры по помойкам из-за вас шляются. То есть вы виноваты. Вас надо у тюрьму определить. Ну попробуй определи меня в тюрьму. Попробуй определи. Ну вы за бабушек, вы переживаете за бабушек? Да, я за них переживаю, конечно. А что не платите тогда? Да потому что я нахуй вертел государство. Так это ж бабушки тогда из-за вас переплачивают. Вы вертите это бабушек? Ой, вы вертите бабушек, получается? Нет. Ты о чё? Ты о чече-то, ну... Чё? Сними, я их нахуй поверчу, о чече твои. А у вас есть? Я очки не ношу, потому что мне не стрёмно. А вот тебе, походу, стрёмно. Ну, с такими мыслями, как у вас, могло быть и стрёмно бы на вашем месте. Вдруг СБУ к вам придёт? А чё? Вдруг СБУ к вам придёт? Сними! Ну, сними, без очков побазарим с тобой. Они не снимаются. А, да? Приклеены. Расскажите еще про Россию что-нибудь интересное. Например? Ну, например, сколько вот у вас яйца стоят? Слушай, ну, сегодня я сходил, купил десяток. По-моему, там что-то 200 рублей. 200 рублей? Десяток? Да. Это что за магазин, как называется? Этот. Верный? 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 Да. Верный. А проезд у вас в транспорте сколько? Слушай, ну, что-то в районе... У меня что-то в последнее время карта, короче, ну, пишет, что я типа в блоке у этого, у банка, в черном списке, но что-то там... Ну, в районе 50-60 рублей. 50-60. А снилс вам какого цвета дали? Зеленого, зеленого, как обычно. Зеленый, как обычно. Вы давно получали, да? Ну да, да, давно. Угу. Заламинированный, да, у вас еще такой маленький? Да, конечно. Я понял. Ну, 200 рублей за яйца, вы, конечно, переплачиваете. Вам надо магазин менять. Дорого, вы дорого берете, вас обманывают. Слушайте, а вы за Путина голосовали в 2019 году? Да я уж давно ни за кого не голосовал, братан. Как так? Опять из-за вас бабушки по помойкам, получается, шляются. Не участвуйте в жизни своей страны. Вот и я тебя прошу. Да, не, ни за кого не хожу, не голосую. Какой надо. А если никто не пойдет, что делать будем?
На помойке куплю себе пистолет и пойду с пистолетом просто гулять. Придут американцы, нас победят и все, и возьмут вас в рабство. Не, меня не возьмут. Почему? У меня пистолет будет. Да, американцам по барабану. У них автомат. Победят Россию, вот, и потому что никто не пойдет, и все. Да. Хотели бы в Америке жить? Хотите в Америке жить? Нет. В России лучше? Не, не хочу. Ну, в России лучше, да? В России лучше. Мне в России лучше. Мне там рыбалка больше нравится. Я там люблю на рыбалку ходить, брат. На рыбалку любить ходить, я понял. Слушайте, а вы к СВО как относитесь? Как считаете? Все правильно делаем? Пацаны гибнут, ну а что сделать? Я не знаю, что. Ну, сам процесс. Просто пацанов туда гонят. Гонят? Просто пацанов туда гонят. Ну, я с этим ничего не смогу сделать. Не, отношение-то у вас какое? Как считаете, правильно Россия делает? Плохое, плохое отношение. Что, думаете, не надо? Я думаю, лучше пускай пацаны дома сидят, но... Я не знаю. Ну что, Путин не прав, что ли, по-вашему? Просто пацаны... Володя! Да. Не прав? Я думаю, вряд ли. Ну, так прав или не прав? Не вряд ли. Прав он или не прав? Не, вряд ли прав. Вряд ли прав? Я думаю, нет. А почему так? А что делать надо было? Нет. А что делать надо было, как по-вашему? Ну что, можно туда было пару этих ракет, 2-3 ракеты туда и все. И до свидания. Он что, не мог так сделать? Он мог так сделать, но он этого не сделал. Ему было интересно вот это вот там барыжить там ракетами, пистолетами, там этими пистолетами ходить там, стрелять там куда-то чего-то. Ну, ты туда 3 ракеты, и все, и до свидания. Каких? Ядерных? Да, ядерных. А радиация? А люди? Ну, так и чего? Ну, а люди, а ну радиация? И чего, люди? Чего? Ну, ты туда 2-3 ракетных. И все, и до свидания. Так, а люди-то? Какие люди? Да, ну так то люди так же останутся, то они там же останутся. Если ядерную кидаешь, то люди остаются. Разрушаются только дома? Да почему дома-то? Ну хорошо, ну хорошо, без людей там, ну ты туда 2-3 ядерных, так. Не останется ни никого, блядь, а не останется никого. Так.
Так мы, наоборот, пришли Ну и спасать все, людей. и... Так мы же пришли спасать людей, а вы хотите там 8 миллионов? 10? А, ну хорошо, ну... А, хорошо, тогда лучше, что ты предлагаешь, что с автоматами ходить эти 8-10 миллионов убить? С автоматами. Это лучше будет? 10 миллионов. Да у... Да ну брось, а 10 куда миллионов. Они денутся-то? 10 миллионов? Нет. Ну да, хорошо, хорошо, согласен. Гораздо интереснее походить там друг в друга. Это будет гораздо интереснее, да? Нет, у нас там для не... тебя это гораздо интереснее. Не, у нас там не интерес. У нас там операция по спасению Украины и людей. У нас же операция по спасению Украины и людей, а не уничтожение. А какой интерес? Интерес спасти людей. Интересно, какой интерес? Ну, интерес спасти людей. Объясни мне, какой интерес? Ну хорошо, ну блин, какой интерес? Ну, блин, ну вот, ну мы походим по с автоматами. Это для тебя гораздо интереснее? Не, интерес людей. Значит, спасти. Ты какой-то этот, как живодер, а, то есть или что? Кинуть ракеты, это по-человечески, да? Что для тебя-то интереснее, Людей, людей блядь? спасти. Спасти страну, спасти людей. Интерес в этом. Спасти людей. В этом интерес. Каких Все, там людей? интернет уже это. Интернет уже это. Но в принципе вы уже, спасибо, неплохо поговорили. У вас интернет сломался. Там сейчас еще 5 минут, и он будет уже отключаться. Да? Да? Но чел, конечно, пипец, не в адеквате.